Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну, до этого у меня видео все были тематические. Фикус, шифлера и другие растения. А сегодня у меня будет просто видео про мои цветущие растения, которые уже очень долго цветут. И вообще я скажу, которые растения очень хорошо цветут. Вот у меня стоит на столике в кашпо лобелия. Ну, это, конечно, не комнатное растение, но она в летний период очень хорошо украшает. Вот такой букетик очень красиво смотрится. И очень долго цветет. А бутилон. Он цветет постоянно. Но это обычный сорт. У него прям вот вообще вот он начинает расти и постоянно выпускает новые цветочки. И уход, в принципе, простой. Главное поставить его в светлое место, чтобы иногда попадало даже солнышко. Ну, лучше, конечно, утренние часы или, наоборот, вечерние. Ну и, конечно же, бугенвиллия. Бугенвиллия, когда много солнца ей, она цветет постоянно. Вот она только недавно отцвела, и посмотрите, у нее опять шапки просто, шапки. Это вот прям ветка такая, она вся в цвету. И здесь достаточно такие крупные, посмотрите вообще. Очень декоративно и очень красиво смотрится, конечно, это растение. И в уходе, я считаю, тоже такое очень простое, потому что главное поливать ее. И для бугенвилли я уже 100 раз говорила, главное солнце для того, чтобы она цвела. И вот тоже бугенвиллия. Посмотрите, как красиво смотрится. Даже компактный такой кустик очень эффектно смотрится. И он весь в цветных прицветниках. Вот еще мои красавицы. Но это сорт глабра. Он меня, конечно, вообще удивляет. В квартирных условиях она так не цветет пышно. Вот посмотрите, это что-то вообще. Ну вот красота. И у нее еще очень много, смотрите, вот, появляется новых цветных прицветников. То есть она вместо листвы выпускает вот цветные прицветники. Очень, очень эффектно смотрится. И вот мой бонсайчик зацветает. Посмотрите, у него тоже появляется много прицветников. Вот посмотрите, у него и корешочки-то здесь стали вот эти утолщаться. То есть вот он посидит в таком маленьком горшочке. И я думаю, года через два очень красивое будет деревце. И еще одно, смотрите, экзотическое, красиво цветущее растение – это русселия. Очень красиво смотрится. Ну, особенно ей в этом кашпо. У меня есть видео, как я ее пересаживала. В кашпо, вот в этом на ножке. Ей очень понравилось. Посмотрите, у нее вообще очень много, много побегов. И побеги сразу начинают свисти. Но поливаться она любит. Вот видите, она повяла, прямо она на солнце стоит. То есть я ее поливаю каждый день. Ну, соответственно, когда тепло на улице. Вот сейчас ее прям требуется полить. Очень хорошо цветет и трахилосперма. Ну, это тоже считается жасмин. Вот если жасмин, допустим, да, вот его вообще сложно как бы добиться его цветения. Ну, вот который не садовый, а который комнатный, я говорю, голландский. А вот трахилоспермум, он цветет хорошо, вот он с весны, вот он постоянно цветет, цветет, и он очень такой издает очень хороший аромат, приятный, особенно вечером, когда вот сидишь даже здесь, чаепитие какое-нибудь устроишь, и знаете, такой навеивает, такой приятный запах. Это у меня азиатский трахилоспермум. Ну вот еще очень легко цветет, это зафирантес. Ну, ее еще в простонародье называют выскочка. Вот у нее постоянно лезут вот цветочки. У меня, видите, луковки есть и белые, и розовые. Но вот розовые какие-то крупные цветочки, а беленькие, они помельче. И вот видите, у меня вот здесь еще вот в другом кашпо тоже вот постоянно. Особенно у нас были дожди. И вот после дождей они вообще вот прям вот начали выбрасывать цветочки. Ну, здесь вот у меня уголок еще с бугенвиллиями. Здесь у меня все-таки сколько у них много оттенков. Очень красиво смотрится. Но они у меня уже цветут давно. Прям такой уголок у меня цветущий. Очень красиво смотрится.
Ну вот еще, конечно, красиво цветущее растение – это клеродендрум Томпсона. Очень эффектное цветение, очень красиво смотрится. И он тоже вот в уходе вообще за ним ухаживать очень просто. Его главное поливать и поставить такое очень светлое место. И чтобы на него тоже попадали либо в утренние часы солнца, либо вечерние. Вот посмотрите, какой у меня шикарный кустик вырос. Он у меня сейчас отцветет, и я ему сделаю тоже такую кардинальную обрезку. То есть для него тоже имеет значение обрезка. Посмотрите, какое шикарное цветение. Прям очень нарядно. И знаете, прям вот в глаза бросается вот это белое с красным. Да еще такое множество вот этих бутонов. Очень эффектно. А вот его деточки. Вот представляете, такие маленькие, и вот тоже такое обилие цветения. Ну вот еще один абутилон. Вот они вообще постоянно цветут. И сортов очень много, и окрасок. То есть вообще тоже такое эффектное цветущее растение. Вот у меня еще два сорта абутилона. Они вот на солнышке подвяли, я их сейчас полила. Видите, розовый тоже постоянно цветет. И желтый опять, видите, весь в бутонах. Очень хорошо цветут. И вот у меня распустился второй сорт глоксини. Я обещала вам показать. Посмотрите, какая красота. Тоже очень мило смотрится. Ну, вот эти у меня уже бугенвилии отцветают, но они у меня очень продолжительно цвели. И, конечно же, спатифилум. Тоже он постоянно цветет. Я его пересаживала. Есть видео на канале. Кому интересно, можете зайти и посмотреть. И, конечно же, орхидеи. Если им нравятся условия, то они тоже цветут постоянно. Вот немного отдохнут. И у них, кстати, очень долго держится соцветие. Я их поставила сюда на полочку. Здесь им хватает, здесь и подсветка вечером. Обычные лампы у меня стоят. Определила их на свою красивую полку. Тоже есть видео на канале, можете посмотреть. Ну, стефанутис тоже, но он уже отцветает. Там где-то вот новые побеги появляются, где-то уже отцветают. И он, конечно, там к окну уже цветочки. Все ближе к свету. Всем нравится солнце. А это, наверное, самое веселое растение. У него просто такой яркий оранжевый цвет, что он создает прям настроение. Она, кроссандра, цветет вообще постоянно. Она вот зимой немножко отдыхает, и вот если на нее вот солнышко вот попадает, она начинает цвести. И цветение у нее очень обильное. И мои антуриумы. Они тоже цветут. Здесь вот немерено вылазит. Вот видите, сколько много там цветочков. После пересадки они, конечно, у меня еще больше разрослись. Эти растения очень украшают собой любые жилые помещения и офисные. Ну и, конечно же, красавицы диплодении. Тоже радует своим цветением. Желтая постоянно цветет. У нее постоянно появляются новые бутоны. Я уже говорила, что у нас идет один день, держит бутоны, но они раскрываются каждый день новые. И поэтому она постоянно в цвету. И вот моя бордовая диплодения. У нее тоже постоянное цветение идет. Постоянно открываются новые цветочки. Очень красиво и декоративно смотрится. Ну, я вам вкратце рассказала растения, которые любят цвести. Ну, по крайней мере, у меня они цветут. Ну, вот такой обзорчик получился цветущих растений. Увидимся в следующем видео.